В Челябинском аэропорту пьяный мужчина устроил представление на пункте досмотра. 33-летний пассажир должен был улететь в Новосибирск, вот только попасть на рейс так и не смог. Ведь перед полетом изрядно выпил спиртного и начал вести себя неадекватно. Сотрудники воздушной гавани вызвали полицейских, чтобы те успокоили буйного мужчину. Что ты говорил? Что он говорит? Кто ты такой? Что ты кричишь? Кто ты такой? Полицейский, не видно, что ли? Я лечу Магадан. Что надо? Без всяких слов. Для связки слов. Я не надо здесь такую связку. Ну, если ты не понимаешь... Пассажир отказывался проходить досмотр и требовал сразу пропустить его на борт, но быстро сдался и все-таки прошел медосвидетельствование. Оказалось, что в его крови был высокий уровень алкоголя. В итоге правоохранители составили на скандалиста протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.